Завтра, 12 февраля 2022 года, на освещенной лыжной трассе в 12:00 у нас пройдут старты всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Поучаствовать в соревнованиях приглашают всех гостей и жителей города. Участников будут встречать горячим чаем и сладостями. Возрастные ограничения от 8 лет. Дистанции будут 200, 800 метров, 1 и 2,5 километра. Проведены работы по прокладке трасс. Вот. Километр будет для маленьких любителей спорта. Вот. 2,5 километра круг для остальных участников соревнований. На данный момент поступило около сотни заявок на участие, как от любителей лыжного спорта, так и от общеобразовательных школ города. По завершении лыжни воспитанники спортивной парашютной школы устроят показательные прыжки. Любовь Голембиевская, Олег Калугин, Магаданское время.